У нас Татьяна Залужная. Любаша, здравствуйте! Здравствуйте, привет! А что больше удовлетворения приносит? Когда ваши песни поют другие люди или вы когда свою песню поете сами? Ну, я вообще люблю, когда мои песни поют и другие люди. Я очень жадный автор, хочу, чтобы они звучали в любом исполнении как можно больше и чаще. Пою таким тоненьким голосочком. Когда я закончила, мне стали аплодировать с других балконов, я испугалась. И когда я сочиняю, когда выхожу на сцену со своими песнями, я получаю от этого удовольствие. То мы должны чем-то отличаться, потому что зебра в клеточку, она уникальна. Это уже говорит о том, что, возможно, ребенок будущий сочинитель. Вообще от Барбариков пошло мое желание и активность в отношении детских коллективов и вообще детских песен. Когда человек творит, у него загораются глаза, он становится красивым и выглядит всегда молодо. Детское радио.